вчера с убитого русского витязя сняли вот эту барбоску. Ну, что сказать с этого. То есть, фасон, конечно, на любителя, мягко сказать. То есть, выглядит это все убого. И сделано оно точно так же убого и ужасно. То есть, и это вторая армия в мире называется. Про оружие я вообще не говорю. Все такое старье. Нашли этот русский тепловизор. Ну, использовать его по назначению уже не получилось. Вот. Но это, конечно, просто цирк. Как эти люди собираются нас победить, просто непонятно. Не буду долго рассказывать, но просто для того, чтобы понимать, какое у нас оружие, и их там какие-то ржавые калаши. Так, маленький штришок. Сменился с позиции. Вот, и товарищ, который меня поменял, выразил очень здравую мысль. Лучше переесть, чем недоспать. Поэтому вот демонстрирую завтрак украинского воина. То есть это еда от местных жителей. Вот, блинчики, налистники с творогом, с изюмом. Значит, копченый почеревок. Ну и подарки от наших друзей из Европы. То есть немецкий консервированный хлеб, очень вкусный. И какой-то там джем. Не смог понять вообще из чего, но очень вкусно. Ну и львівська кава бандерівська, як водиться. Так что, слава Украине, мы переможемо. Нехай эти бадлюки едят свой просроченный сухпай. Я коли нахожу их коробки від сухпая, самый новый сухпай, який я бачив, був 2000 року. А вообще, він 17-18 року вже давним-давно просрочений. Їсти це неможливо. Запам'ятайте, хто знайшов російський сухпай, прикапуйте це, бо це лайно їсти не можна. Значить так, друзі, по многочисленним просьбам демонструю наш, як би, сухпай. Тобто, для сравнення, я вже показував, що жрут ці калоєди. Значить, і що присилають нам наші друзі із Європи. В основному це просто українці-заробітчани. Ну, от. То есть, чтобы вы понимали, как бы мы каждый день питаемся деликатесами. То есть, мы просто не можем проиграть эту войну. Солдат, которого кормят, как в ресторане, просто в разы сильнее солдата, который во всем нуждается, недоедает, у которого там уже везде потница, потертости, грибок на ногах, неухоженные ногти. Даже с этого. То есть я не показываю там, допустим, предметы гигиены и прочее, всего этого там в достатке. Вот. Не показываю те продукты, которые дают там местные жители, их еще раз в 20 больше. Это я просто открыл первые попавшиеся коробки и там то, что видел, достал, чтобы показать малую толику того, что нам присылают. Поэтому мы обязательно победим. Все будет Украина.